Добро пожаловать в школу королевы Тельбурги. Мы с радостью продемонстрируем вам нашу прекрасную школу, ее великолепное оснащение и наше стремление давать качественное образование и заботиться о детях. Мы надеемся, что короткий взгляд на жизнь школы позволит вам почувствовать атмосферу теплоты и дружелюбия. Школа королевы Тельбурги расположена в Торп-Андервуд-Холле. Это поместье площадью 220 акров между городами Йорк и Харрогейт. Сам Холл когда-то был домом известной писательницы XIX века Анны Бронте. Это безопасное, уединенное место, в котором созданы все условия для преуспевания. В кампусе масса специальных зданий, спроектированных по высочайшим стандартам. Здесь создана привлекательная и стимулирующая среда для учебы и жизни. До нас легко добраться как из Великобритании, так и из других стран. До Лондона всего 1 час 50 минут езды. До ближайшего международного аэропорта меньше часа, а основные дороги проходят буквально за нашими воротами. У нас есть собственная автобусная сеть, связывающая почти 50 населенных пунктов Йоркшира. Рекордные результаты в учебе, помноженные на фантастическое оснащение школы, гарантируют образование мирового уровня. Самые маленькие наши ученики в возрасте от 3 месяцев до 3 лет посещают Королевский детский сад. Здесь они проходят обучение по правительственной программе Early Years Foundation Stage с упором на общение, язык, физическое, личное, социальное и эмоциональное развитие. У нас великолепные игровые зоны и огромные лужайки и парки, где дети могут играть и развиваться, а также прекрасные условия для детских пикников. Затем дети переходят в подготовительную школу Chapter House, где остаются до 10 лет, до окончания 5-го года обучения. Первые годы учебы проходят в маленьких классах. Дети растут и развиваются. И с ними развиваются навыки чтения, письма и счета. К моменту перехода на вторую ключевую стадию они должны хорошо читать, говорить и писать, а также уметь пользоваться знаниями в области математики и обработки данных. Кроме того, дети изучают французский, танцы, музыку, искусство, занимаются плаванием и физкультурой. Полностью оборудованные факультеты естественных наук, технологий, информатики и труда школы Chapter House оказывают детям всестороннюю поддержку. По окончанию 5-го года обучения дети переходят в среднюю школу King's Magna. Первый год занятия проводятся классными руководителями и учителями по французскому языку, физкультуре, технологии проектирования, а также искусству и дизайну. По мере перехода из класса в класс учителей-предметников становится все больше. Программа школы King's Magna построена на базе национальной программы и дополнена различными видами спорта и творческой деятельности. Школьники совершают много поездок, от местных дневных экскурсий до длительных путешествий по Британии и миру. Регулярно проводятся соревнования по основным видам спорта. В возрасте 14 лет ученики поступают в колледж Королевы Тельбурги или на факультет Королевы Тельбурги. Студенты колледжа исключительно мотивированы. У них честолюбивые планы и высокие интеллектуальные способности, позволяющие успешно изучать традиционные предметы. Они обучаются по строгой академической программе, дополненной многочисленными внеклассными занятиями. На четвертом ключевом этапе ребята занимаются в разноуровневых группах 10 и 11 года обучения. Это позволяет им учиться на уровне, максимально соответствующем их способностям. Гибкая программа позволяет к концу 10 года обучения пройти несколько предметов GCSE. После этого можно выбрать другие предметы GCSE и даже уровня AS, обеспечив себе отличный задел для старших классов. Ученики 12 и 13 классов
колледжа, изучают 4 академических предмета уровня A и могут выбрать дополнительные предметы на 12-м году обучения. После 2 лет обучения большинство выпускников поступают в Оксфорд и Кембридж и другие престижные университеты. Вторая старшая школа, факультет Королевы Тильбурги, предлагает широкий спектр академических, творческих и профессионально-технических предметов, из которых ученики 10-13 годов обучения могут составить разнообразную персональную программу. Дети получают качественное образование и все необходимое для построения успешной карьеры. Можно выбрать традиционную программу, включающую предметы GCSE и уровня A, или же профессиональные курсы BTEC в области моды, спорта, естественных наук, исполнительного искусства или бизнеса. Ученики получают персональных наставников и всестороннюю поддержку. Большинство студентов факультета поступают в лучшие университеты. В школе Королевы Тильбурги сильны спортивные традиции. Об этом свидетельствует спортивный городок стоимостью 16 миллионов фунтов. Мы обучаем регби, крикету, атлетике, футболу, баскетболу и хоккею. Мы сотрудничаем с ведущими профессиональными клубами и организациями. Наши спортсмены часто выступают за региональные и даже национальные команды. Наше спортивное сооружение и площадки стоит увидеть. Это и спортзал с 3 площадками, и фитнес-центр на 100 тренажеров, и корты для тенниса, баскетбол и нетбол, и травяные поля для регби и футбола, и хоккейные поля с искусственным покрытием, и беговые дорожки с синтетическими покрытиями, и 25-метровый плавательный бассейн с джакузи, парной и сауной для старшеклассников. Вдобавок к спортивному центру в 2015 году откроется обновленный и переоборудованный центр верховой езды. Пока идут работы по постройке нового открытого манежа, конюшен и открытых сооружений, ребята обучаются верховой езде в местной школе. Super, well done! Те, кто не интересуется лошадьми, могут выбрать сотни других занятий. Все они проводятся опытными инструкторами во время перерыва, на ланч и после уроков. Где, как не в школе Королевы Тильбурги, можно увидеть ансамбль, репетирующий за айпадами, а рядом учеников, расписывающих посуду, играющих в баскетбол или занимающихся фехтованием. У нас есть свой кадетский корпус, а с 14 лет кадеты могут попробовать себя на службе в армии или ВВС. Изучение военного дела позволяет ребятам развить лидерские качества, уверенность в своих силах, находчивость и выносливость. Они учатся читать карты, ходить строем, обращаться с оружием и оказывать первую помощь. Наша программа имени герцога Эдинбургского пользуется огромной популярностью. В ней можно участвовать с 14 лет, демонстрируя различные навыки в экспедициях и волонтерской деятельности. Наши ученики считают это очень полезным занятием. Для изучения театрального искусства построен центр «Феникс» с репетиционными помещениями и профессиональным театром на 330 мест. Он оснащен всем необходимым – свет, звуковая кабина, склад и, конечно же, гримерные за сценой. В Королевском театре мы ставим великолепные спектакли для сотрудников, родителей и гостей. Музыкальное отделение позволяет осваивать игру на музыкальных инструментах, работать в студии и заниматься хоровым пением. У нас 4 отдельных музыкальных класса, студия звукозаписи и 10 комнат для индивидуальных занятий. Каждый год мы организуем несколько музыкальных спектаклей, помогаем в театральных постановках и поем рождественские гимны в соборе Рипон.
Для некоторых учеников школа Королевы Тельбурге стала вторым домом. Наш пансион считается одним из лучших в Европе среди независимых школ. Во всех комнатах имеется прямая телефонная линия и голосовая почта, управляемый по таймеру телевизор с диагональю 32 дюйма, с DVD-проигрывателем и приставкой Sony PS3. И почти во всех мини-кухня с холодильником. Все они кондиционированы и оборудованы санузлами. Заботливые воспитатели помогают детям делать уроки и готовить горячий шоколад. Читают сказки на ночь детям из школы Chapter House и всегда готовы обсудить со старшеклассниками выбор университета или будущую карьеру. За много лет наши сотрудники помогали тысячам детей почувствовать себя как дома, присматривали за ними и заботились о них. Sweet dreams, my darling. I'll see you in the morning. Вечером и по выходным ребята в пансионе не скучают. Утром по субботам можно заниматься спортом. Поездки по магазинам тоже пользуются популярностью. По воскресеньям для всех детей организуются походы в кино, парки развлечений, художественные галереи, на концерты или просто развлечения на улице. Мы надеемся, что этот фильм поможет вам лучше понять девиз нашей школы: «По максимуму используй свои способности». И приглашаем вас посетить школу Королевы Тельбурге и увидеть все своими глазами. Рейтинг независимых школ. Таблица лиги Daily Telegraph 2013 года. Процент оценок A-Star и A по предметам уровня A и эквивалентных квалификаций. Колледж Королевы Тельбурге. Ведущая дневная школа и школа-пансион на севере и четвертая дневная школа и школа-пансион в Великобритании. Факультет Королевы Тельбурге. Вторая дневная школа и школа-пансион на севере, 12-я дневная школа и школа-пансион в Великобритании.